Всем привет, дорогие друзья. Да блин, не выговариваю. Всем привет. С вами снова Скорпион. И вот за видео я попытался победить эту пуму. Однако мне не удалось, но уже сносит очень большое расстояние. Поэтому, в принципе, шансы уже есть намного больше. Давайте я вам прямо это все покажу. Вот видите, насколько жестко. Это уже возможно. Так, давайте продолжаем. Пока что хорошо идет план. Ух ты. Ух ты! Тихо. Хоп. Я просто знаю тактику уже. Пошла отсюда. Нет, нет, нет. О, хорошо, задели. Я вот такой злодей. О, нет, ну блин. Кстати, я забыл вас сказать, что да мне уже ярость бури надеется. Ой, надето уже. Хо! Да... С ума сошла пума, что ли? Ой, сейчас опять проиграем такие, да? Нет. Ах ты, скотинюга. На тебе тогда. Ой! Чё-то ты отвлёкся как-то. О, хорошо задели. На тебе. Да фу ты, блин. Чё так я неаккуратно-то иду. Но вы уже видели, один раз мы уже победили. Вы понимаете, о чем речь? Это вообще непобедимо. Али, победимо, но это... Похоже, что в этом бою возникли проблемы с воспроизводительностью. Ай, качество графики. Ну-ну. Зачем? Интересно бы знать. Да что ж такое, кашляет до сих пор. Мне же надоело же это. Помощь, давайте. Так. Собрались с мыслями. Да. Ой. Что-то поймать. Ух ты. На. Ух ты. Одновременно прям пошли. Ну хорошо, прям. Дай. Что ж ты мне не даешь-то покоя? На тебе. Вот ты, сторюга. Это уже тактика. Проблема у меня, кстати, еще с тактикой. И никак не могу привыкнуть уже к этим сложным боям. О, кстати. Кстати, вы видели, мы уже даже больше урона отняли, чем надо. О! Ничего себе. Вот как-то так. Дерзко.
Ладно. Давайте пойдем на выживание или... Кстати, у меня испытание безумно теперь. Но все равно это очень. Очень-очень-очень того. Но знаете, если мы... Если мы невозможно такое побеждаем, то... Поражение при выходе на ринг. Ну, смотря кто там еще будет, потому что если там Далерия, то... Ладно. Я знаю, что поражение при выходе на ринг. Ой! Гром не хватало еще. Вот с ним-то точно будет сложно. Давайте сначала первый удар, что ли, выдерем. Вот так вот. На! Нифига себе, смотрите, как мы... Перфект! Что? Описали безумно, вы что, серьезно? Я ж на перф побеждаю, вы чё? Офигеть. На! Нет, 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 нет! Да иди ты отсюда, мы на... Сыкун. Да ты достал же, Гром! Иди отсюда, проваливай. Фух. Ну, прям расслабился в первом раунде. Так, наверное, сейчас 30-й левел откроется, да? А, нет, еще придется подработать. Так, чего у нас тут следующее будет? Враг быстро заряжает магию. В принципе, по-бырому. Быстро заряжает магию. Ай, белка вот то, что будет. Того. Тю-тю. Так скажем. Ну, Сашка, смотри, как мы... А, да только один раунд, и все. На! Это же изи. Вы что, серьезно? Это изи, понимаете, ребята? Описать невозможно. Ой-ой-ой-ой-ой, на тебе, получай. Ребята, с косарегами все возможно. Определенно. Давай, 30-й левел. Блин, еще чуть-чуть. Так, что у нас тут сейчас? Снаряжение 29 уровня. Ну, это тоже изи. В смысле? А, я ж магию не прокачал. Точно. Так, турнир невозможно. А там аж, по-моему, коготь был, да? Вот, блин. Ладно, давайте турнир попробуем. Ах, помните, да, старикашку мы же до сих пор не побеждали в прошлой серии. Вот помните, да, старика? Старика Хаттабыч, который после сразу белки. О! Хорош. Так тебе надо, старик Хаттабыч, пошел отсюда. Ушел, говорю. Ой, что-то я ослабился. На тебе. Тихо, 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 тихо. На. Да чтоб тебя. Ну, в принципе, столько же урона, как в прошлой серии отняли. Ну, чуть больше, может быть, не знаю. Но главное, что усилилась уже сама провокация. К этим... Ой! Да! Ах ты ж! Ах ты ж негодяй! На тебе, получай! Негодяй такой! Я настолько отнимаю, он! Блин! Вообще негодяй! На тебе, получай! На тебе по затылку. Ой-ой-ой-ой. Ну все, мне сейчас пипец. А, нет, еще не пипец. Нет, уже не смогу. Да. Нужно брудл. Да, у шушера. Так. Сколько, че, сколько мне там будет энергии установлено? Через 7 минут. Ну, это очень нечестно. Но главное, что у меня будет скоро 30-й левел. Ну и поэтому, в принципе, не знаю, я должен... Я по-любому должен хотя бы
ее одолеть на невозможном уровне. Понимаете? Возможно, вы не видели такой серии, там, где я победил медведя на невозможном уровне, на два перфекта. Мне сейчас, конечно, не поверите, поэтому нужно будет все это по-бырому улучшить. Ух ты ж! Кстати, сколько там магию нужно улучшить? За 1 миллион? А у нас 1 миллион 220 тысяч. Ну, в принципе, можно, да? Ну, тут-то уже проблематично. Ладно, давайте магию улучшим. Ну и как раз на следующей серии поиграем уже с улучшенной магией. Так. Ну, что тут еще можно, в принципе, сделать? Да ничего, в принципе. Кроме как надо было уже и Кусаригаму улучшить, ну ладно уже. 1 миллион 730 тысяч на заказ. Что за оружие? А, фу, это идиотизм. Идиотизм. Так. Ай, забыл, там уже нужно лучше 83. 83. А там сколько? Вот оно что. Ага, ну ладно. Не знать, что еще, наверное, в следующей серии улучшим. Вот эту и Глефа. Лабриса прям хорошо мочит. Помнишь же? А, я что, вам не показывал. Короче говоря, у меня следующее оружие — боевые молоты. Потому что сай предвестника очень дорого стоит. Но... Кстати, ну кровотечение как настоящие иглы дают. Кстати, а настоящие иглы сейчас я покажу. Вот они, сай. Кстати, их тоже можно улучшить. Я это не знал. Не, ну как не знал? Знал. Шучу просто. Так. Ну, давайте вернемся, как было. Кстати, мне ж лунный сабли забыл. Кстати, контратаку они хорошо дают, потому что, смотрите. Сейчас вам покажу, в чем прикол. Ну, наверное, догадались уже, в чем. Они же с дальнего расстояния хорошо мочат. Посмотрите, видите? Смотрите. Во-первых, обратите внимание на кантовку, видите? У этих саблей, ну, знаете, такие вот побольше тем, которым не режут части. Подлиннее, это во-первых. А во-вторых, у них тактика такая же, как и у мечей обычных. И как их там на, по-моему, 10-м левеле. А, нет, не 10-м, не 10-м. Сейчас скажу, на каком. Вот видите, мечи. У них такая же тактика. И у, по-моему, вот, мачете. Кстати, их тоже нужно было лучше, потому что они хорошо тоже мучат. Так. Это все сделаем на следующей серии. Вот не мачете. Правда, не так, как нормальные бьют. Но знаете что? Мне прикалывает вот этот удар. Вот поэтому нужно и улучшить. Три комбо удара, вы понимаете? Самое, конечно, лучшее оружие это Кусаригама, но это тоже, в принципе, сгодилось бы. Поэтому давайте наберем. Вот, пожалуйста. Я просто начинающий ютубер, поэтому ничего практически не знаю. Мне вот там одноклассники подсказали некоторые. Ладно. Короче говоря. Давайте наберем, ну, где-то, ну, сколько за это видео можно, 3000 лайков максимум. Подписывайтесь на канал. Кстати, следующая серия выйдет, ну, или завтра, или в субботу-воскресенье. Ну и, в общем, всем пока. Бай-бай.